Македония должна взять под контроль поток беженцев на южных рубежах с Грецией. Об этом заявил министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц в ходе визита в Скопье. Он подчеркнул, что число прибывших в его страну беженцев уже подбирается к максимальному. В связи с тем, Вена планирует закрыть границы. Эта мера начнет действовать в течение ближайших месяцев. Курц отметил, что примеру Австрии последуют Словения, Хорватия, Сербия и Македония. Такая договоренность уже есть. Отмечу, с начала года через македонскую территорию уже прошли более 55 тысяч мигрантов. Австрия – одна из трех стран вместе с Германией и Швецией, которые принимают больше всего беженцев. Наше решение вызовет последствия для государств Балканского маршрута – Словении, Хорватии, Сербии и Македонии. Македония должна будет полностью остановить поток беженцев.